В День учителя в столице Коми открыли аллею педагогической славы. У скульптуры «Учителю с любовью» во дворе 12-й школы собрались учителя, руководители учебных учреждений, ученики, представители профильного ведомства и жители Сыктывкара. Аллея оформлена в виде экспозиции с портретов учителей и посвящена она инициативным творческим представителям педагогической профессии, вкладывающим в своих учеников все самое лучшее. Среди педагогов Анна Юрьевна Титенкова, учитель начальных классов Выльгородской школы номер 1, почетный работник Общего образования России, победитель регионального конкурса «Учитель года». Работает в Выльгородской школе более 37 лет. Самым главным достижением Анна Юрьевна считает то, что уже учит детей своих учеников. Это очень здорово, что действительно педагог теперь поднимается все выше и выше. Мы очень рады, что вот такая аллея – это тоже как бы наша гордость, что действительно учителя – это люди, которые во многом играют большую роль в становлении нашего общества. Поэтому эта аллея – доказательство этого. Кандидатуры, чьи портреты сегодня на баннерах, представляли сами муниципалитеты. Это не только учителя школ, но и педагоги дополнительного образования, представители различных сфер образования. В год педагога и наставника аллея стала благодарностью коллегам. Это только первые шаги. Сегодня вы увидите некоторых из достойных представителей нашей профессии. Ну а на следующее лето у нас есть сами планы по расширению благоустройства парка, который вот расположен у нашего памятника. Все достижения педагогов на стендах не поместились. Акцент сделали лишь на основных. Самое главное, они много лет отдали учительскому труду.